в огонь, не суй руку в огонь, обожжешься. Как-то так. Ну, песня потрясающая просто. Вы знаете, взволновала. В целом, конечно, все здорово. Вы прям вызвали у нас бурю эмоций. И комический эффект у вашего второго солиста с рефреном того, что не надо делать в огонь, вот, вызывает просто такой комический эффект. Вам можно назвать песня-песня, раз вы группа-группа? Не, у нас есть песня-песня. А, есть песня-песня. Это, наверное, был ваш первый. Да я могу спеть ее сейчас. Ну, давайте, можете, пойте, поехали. Песня-песня? Песня-песня от группы-группы. Песня. Это сольная. Это а у вас будет все? Выпад? Это все? Это песня. Это песня. Значит, еще раз, пожалуйста. Еще раз, я объявлю. Группа поет песня-песня. Песня. Песня. Подождите, а почему вы не сделали бровями так? Песня. Песня. Сня. Не знаю. Видимо, потерял контроль над бровями. У вас брови просто вместе. Я понял. И второй солист должен был сказать... Ня. Вот так лучше. О, ущелье. Браво. Вот видите, как в ансамбле все получается у нас в зале. Супер. Здорово. Еще какие-то комментарии есть у наших коллег? Будем отвечать на вопросы. Вы уже догадались, я думаю. Давайте. Как оцениваете свои шансы на попадание в финал? Шансы у нас все. Все. Но, по-моему, мы не пройдем даже этот тур, но шансы у нас все.